До Нового года остался месяц. Уже сейчас рачительные хозяйки продумывают меню праздничного стола и запасаются продуктами. Сделать это выгодно. А главное, с максимальной простотой и удобством можно в новом гипермаркете «Глобус». Он открылся в городе Котельники. Кстати, этот магазин – первый проект в новой версии. 13 тысяч квадратных метров, год тщательной подготовки, максимальная ориентированность на покупателя, и вот родилась новая версия гипермаркета «Глобус». Начнем с того, что это новый для «Глобуса» формат гипермаркета, так называемая концепция 3.0, которая вобрала в себя все самое лучшее, что было в предыдущих концептах, плюс то, что мы добавили. Нестандартные формы внутри торгового зала. Вы здесь не увидите параллельно-перпендикулярных конструкций линий. Все сделано в интересных, модных европейских традициях. Отделы в гипермаркете интуитивно понятно расположены и плавно переходят один в другой. Это дизайнерское решение позволяет покупателю чувствовать себя комфортно и свободно, не быть загнанным в четкие рамки. Кроме того, полки в гипермаркете имеют оптимальную высоту, чтобы даже невысокий человек мог достать товар самый верхний, не ощутив при этом неудобств. Мне очень нравится, все настолько хорошо сделано. Все ясно, понятно, куда идти, где что брать. Очень большой, комфортно ходить. Все прям вообще супер. Все красиво очень. Кроме красоты и удобства, «Глобус» может похвастаться и наполнением. 48 тысяч наименований товаров, большой выбор производителей и широкий ассортимент не оставят равнодушными даже самых капризных покупателей. Гордость «Глобуса» – отделы собственного производства полного цикла. Мясной цех, рыбный ряд, кулинария, суши и роллы, пекарня, кондитерская, а также собственные рестораны «Фудкорт». Цеха находятся прямо в гипермаркете. Процесс в прямом смысле слова – прозрачный. За этим стеклом, как они работают, как соблюдаются вообще, наверное, все стандарты. Дать покупателю полную свободу выбора – вот один из основных принципов работы гипермаркета. Тоже мне преимущество, скажет кто-то, ведь сейчас практически любой магазин может похвастаться богатым ассортиментом. Так-то оно так, только «Глобус» пошел дальше. Это наличие трех форматов кассы самообслуживания. Это касса самообслуживания, к которым привыкли покупатели «Глобуса» уже в существующих магазинах, касса самообслуживания с удлиненной лентой, которая позволяет пробить большее число товаров. И новая для нас система, которая была впервые опробована в гипермаркете «Одинцово» и сейчас распространена на гипермаркет города Котельники – система «Scan & Go». Система Scan & Go – это возможность самостоятельно сканировать товары прямо в гипермаркете, а не в зоне кассы. Чтобы начать ей пользоваться, вам нужно зарегистрироваться на стойке информации. Далее вы получаете карту Scan & Go. С помощью этой карты мы получаем персональный сканер. Находим нужный нам товар и сканируем его. Здесь вы можете оплатить отсканированные покупки. Преимущество системы Scan & Go в том, что вы можете сканировать товары и сразу упаковывать их в пакеты или сумки, уже не доставая покупки на кассе. Если устали от шопинга, можно перекусить в ресторане или посетить фудкорт. Они расположены рядом с гипермаркетом. Здесь же находится и кулинария. В общем, полный набор гастрономических удовольствий. Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.